Всем привет, дорогие мои друзья! Сегодня снова пятница, и у нас сегодня обещанный интересный виски, который заведомо выглядит трешово. Я не мог пройти мимо него, я просто не мог пройти. Появилось полно всяких лабрадуделей, корги, но безумный лось хочу. Бутылочка выглядит настолько, не побоюсь этого слова, всрата, вот прям вот как надо, вот как надо, вот хочется. Однако лось рельефный. Колера, как видно, не пожалели, я такое люблю. Замечательно. Почитаем, я ничего, естественно, про него не гуглил, тут как бы смысла нет. Почитаем, что есть сзади, на контр-этикеточке. Виски золотистого цвета, с ярким округлым вкусом. Рекомендовано вот употребить в чистом виде. Ничего себе. То есть не надо мешать с колой. Это самостоятельный продукт. Исключительно. Так, висковый дистиллят, купаж висковых солодовых из зерновых дистиллятов. Вода питьевая исправлена, краситель сахарный, колер простой. Кто же нам предлагает такое выпить, да? Витебский ликероводочный завод Предвинье, Республика Беларусь. Интересно, да? Интересно еще то, что я через день буду там рядом как раз с Витебском. Это ли не судьба? Если, конечно, я переживу ночь после этого виски, возможно, я отравлюсь. Посмотрим. Бокал какой-то грязноватый. Бокал из-под легенды, из-под Fox and Dogs. Что тоже символично. Из-под некогда легенды. Из-под бывшей легенды. Утраченной легенды. Когда нюхаю такой запах, нет, не пахнет фекалиями сегодня, сегодня все нормально с этим. Когда нюхаю такой запах, подкатывается немножко такая неприятная к горлу. Ну что ж, это... Это самогонка. 3 года тут написано, да? 3 года, да? В бочках написано или чего? Выдержки виски 3 года. Не написано в чем, да? Ну. Может, ВКонтакте с древесиной там как бы. Ну, я не знаю. Серьезно, конечно, мы его не будем сегодня оценивать. Просто вот 400 рублей. 400 рублей. Что тут может быть? Что тут может быть? Для чего тут, ну, кривить рожу, да? Пейте, господа. Не очень хочется пробовать. Ну я. Пахнет сивухой, пахнет сивушим самогоном, абсолютно. Не сказать, что противно. Ну и приятного мало. Ну, немножечко сейчас попробую на язычок, на язычок. Ну, не очень спортивно. Это вот Western Saloon, туда же вот этот белорусский бурбон из красно-белого, это из Бристоли, кстати. Из красно-белого, но тоже та же фигня, ну, конечно, зерновых очень много ноток вот этих, ну, более-менее, но это другая школа, скажем так, другая школа самогоноварения, которая наклеивает на себя этикетки с надписью «Виски». Причем здесь виски в ирландском стиле, да, виски. Как раз в тему сегодняшнего дня. Сегодня День Святого Патрика, как раз. Поэтому я запасся настоящим ирландским виски. Это видео выйдет немножко попозже, потому что я уезжаю. Вот. Ну вот она, да, белорусская школа. Как сказать, его можно пить. Он не настолько противен, как вот наши Баргесты и же с ними, и Хайгарден, но такое тоже сомнительно. Кстати, какие-то кукурузные нотки тоже есть, такие бурбонные, вот это вот, белорусской школы. Кто знает, возможно, через какое-то время даже ценители найдутся вот этого всего. Русской школы виски, белорусской школы виски. Не дай бог, конечно. Но, в принципе,
Раздавить его можно. Буду ли я добивать? Я не знаю, пока я врать не буду. Как-нибудь потом отпишусь, допил я его или нет в тяжелые годы. Но сегодня, пожалуй, ограничусь вот этим стаканчиком. Бахну сейчас остатки. Вкус, кстати, ну я не знаю, как это описать, но это очень тяжело. Ну, карамелька есть, ну вроде как и зерно, вроде как и деревяшки нет. Очень много хематозины, очень напоминает в целом даже не Western Saloon, который был чуть более натуральный, а напоминает Стирсман. Я не знаю, что сделал Стирсман, но это очень напоминает его. Он сделан вряд ли чего-то натурального. Но в целом лучше, чем Хайгарден, лучше там, да, если их ставить там на разные очень низкие ступеньки, то лучше. Но сегодня, пожалуй, сейчас вот я отравлюсь вот этим вот и продолжу совсем с другого. Жесть какая-то. Аж нос пробило. Еще кошка пришла. Секунду. Но в целом, конечно, все это баловство. Этот вечер продолжится в гораздо более приятной компании. Давно не пил, решил вспомнить. Не пейте много. Пейте вкусно, дорогие друзья. До новых встреч!